Привет, друзья! Это последняя сводка с фронта. Сегодня мы в самых подробных деталях и по карте разберемся во всем, что происходит на фронтах Украины. И начнем мы с того, что буквально всю ночь Украина сотрясалась от ударов ВКС России, ударов беспилотниками по ГСМ, по критической инфраструктуре, по энергетическим объектам, по ПВО. Всю ночь и даже до сих пор продолжают лететь российские ракеты и беспилотники, которые наносят удары по объектам в Украине. Давайте разберемся в том, что, по крайней мере, сейчас известно, что разгромили российские удары. В Украине спалось плохо, потому что ракетная атака России длилась всю ночь и до сих пор некоторые ракеты летят. Российские ракеты достигли, нанесли удары по Виннице. В Одессе там повторные попадания. Ракета попала в объект ПВО РЛС. Попадание ракеты также зафиксировано на подстанции ПС-110-35-6КВ в Петродолинском в Одесской области. Украинские СМИ сообщают, что ПВО Украины сбивают только 10% ракет. Ракеты прямо сейчас летят в направлении Западной Украины. Куда они попадут, в ближайшее время станет известно. В Днепропетровске есть попадание. Скорее всего, оно было по ГСМ-базе и в целом по энергетической инфраструктуре. Украинские СМИ также сообщают, что сегодня ВКС России применили новую стратегию ракетных атак. А конкретно, они сначала массово отправляют беспилотные летательные аппараты. И первая волна по ближайшим целям на расстоянии 100-200 км от линии соприкосновения. Это прилеты по Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Черкасской области. А следом за ними запускается вторая волна, цель которой нанесение удара в глубину. А после этого уже летят ракеты по выявленным целям ПВО, РЛС и авиации ВСУ. А потом идет третья волна беспилотных летательных аппаратов, и идет она уже в чистую, и следом снова, возможно, летят ракеты. Как мы с вами видим, вопреки всем заявлениям Зеленского, Арестовича, всех украинских СМИ, десятков, сотен аналитиков, о том, что российские ракеты вот-вот закончатся, о том, что в России начнутся внутренние противостояния, о том, что это последняя там ракетная атака. Мы видим, что ракеты не заканчиваются и не собираются заканчивать. И вновь вылетают и поражают в Украине и объекты энергетической инфраструктуры, и системы ПВО, и наносят удары, ну буквально вот куда они хотят, туда и попадает. Да, западные страны, страны коллективного Запада накачивают Украину средствами противовоздушной обороны. Но, как видим, Россия просто меняет тактики. И раз за разом их ракеты, их дальнобойная артиллерия, их беспилотники попадают в цель. Делают более разумные тактики. То болванки выпускают, вычисляют ПВО, которое бьет по этим болванкам. Тут же следующим залпом накрывают ПВО. То беспилотники отправляют, смотрят, откуда по ним бьют, накрывают. Ну, в общем, как хотят. Что хотят, то и делают российские военно, вот эти вот ВКС России. Они в Сирии получили серьезную подготовку, они действительно умеют сражаться на высоком уровне, причем противодействовать даже западным странам. Как они не стараются системами противовоздушной обороны Украину укрепить, у них, судя по всему, на сегодняшний день ничего не получается. Но опять же, в Украину гонят новые танки, новую технику, все больше и больше западные страны. Это более 50 западных государств будут продолжать укреплять обороноспособность Украины. Как это поможет Украине, мы в ближайшее время с вами увидим. А сейчас давайте посмотрим, что прямо сию секунду, вот прямо сейчас творится на фронтах Украины. Разберем это в самых подробных деталях на карте. На Купинском участке фронта продолжается позиционное противостояние. ВСУ стягивают резервы и оборудуют позиции в районе Двуречной. В то же время российская артиллерия продолжает наносить удары по местам дислокации личного состава и огневым позициям вооруженных сил Украины. Юго-западнее Кременной подразделения вооруженных сил России ведут зачистку лесного массива, уничтожая там разведдиверсионные группы ВСУ. Уверенный контроль правого берега Северского Донца обеспечивает необходимое тактическое преимущество на этом участке фронта для российской стороны. Штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» продолжают методично продавливать украинскую оборону в Бахмуте. Идут тяжелые уличные бои на подступах к мясокомбинату, где расположен хорошо укрепленный опорный пункт вооруженных сил Украины. ВСУ
продолжают обстреливать Донецк и города Донецкой агломерации. Продолжается штурм Угледара. Морпехи-дальневосточники России продолжают вести интенсивные бои на ближних подступах к городу. Атаку поддерживает также российская артиллерия подразделения «Каскад». Огонь ведется ими по позициям ВСУ в многоэтажной застройке. На запорожском направлении фронта российские войска продолжают вести позиционное наступление на оборонительные порядки ВСУ. Под Гуляйполем ВСУшники утратили контроль над рядом опорных пунктов в районе Червонова и Малиновки. На рубеже Орехов-Каменская вооруженные силы России наносят массированные удары из ствольной и реактивной артиллерии по указанным позициям. Российское командование сейчас не идет на прямой штурм и не рискует жизнями военнослужащих России, предпочитая огневое воздействие. Поэтому идет буквально по всем направлениям работа артиллерией с двух сторон. Контрбатарейная борьба. Украина сейчас, по сути, сидит в глухой обороне. Для контрнаступления по плану Залужного ей нужна тяжелая техника. Ну и, естественно, разведывательная помощь стран НАТО, стран коллективного Запада с помощью космической спутниковой разведки, чтобы вычислить слабые места в обороне российской армии и там, собственно, нанести удар. Как это ранее было в Харьковской области, когда Украина и в целом коллективный Запад запускали пушку, что основное контрнаступление пойдет по Херсонской области, а в реальности, используя тактику малых групп, которая потом перешла в клинья, ударили по Харьковской области. Вычислили с помощью натовской разведки, космической, спутниковой и так далее. Вычислили слабые места и по Харьковской области буквально прорвали оборону. И российская армия оставила ряд населенных пунктов. Сейчас надеются точно так же, но теперь уже для прорыва нужна тяжелая техника. Причем в СМИ и украинских, и в западных везде фигурирует, что прорыв будет на Крым. Может быть, это пушка и Деза, в реальности наступление пойдет по другому направлению фронта, а может быть и действительно пойдут с попыткой прорваться в Крым. А может, это делается специально для того, чтобы еще больше эскалировать конфликт и втянуть Российскую Федерацию в новые волны мобилизации, скажем так, для того, чтобы весь свой экономический потенциал положить на боевые действия, чего, судя по всему, Соединенные Штаты Америки и добиваются. И марионетка олигарха Левочкина Михаил Подоляк, который в Украине курирует всю информационную политику, который является агентом британских разведывательных служб, он уже проговаривался, что главная цель Украины — это втянуть Россию, чтобы она начала тотальные мобилизации и привести к максимальным человеческим жертвам и потерям. И чтобы это дало возможность пятой колонне и силам внутри самой Российской Федерации, ориентированным на Запад, совершить перехват управления. Дворцовый переворот, революцию, там в какой-то фазе будет, это неясно, и по крайней мере, то есть никто сейчас так это твердо не скажет. Но Подоляку вторили и многие аналитики западных изданий. То есть действительно, судя по всему, стратегия коллективного Запада против России вот такая и есть. То есть положить большую часть российской экономики на сражение с Украиной, привести к тотальной мобилизации с максимальным количеством человеческих жертв. После этого запуск всех информационных своих пушек, всех своих мощностей, для того, чтобы в России общественное мнение привести к тому, чтобы вставали против власти. А если Россия пойдет на применение ядрешкиных технологий и систем вооружения, либо начнет очень жестко подавлять внутри пятую колонну, то у коллективного Запада есть такая возможность, как окирпичить буквально всю технику, которая работает на их программном обеспечении, на их программах, системах, то есть все социальные сети полностью, которые еще не закрыты в Российской Федерации, оттуда уйдут, все Микрософты, все, что связано с тем же Гуглом, все, что связано с вот этой вот техникой Apple-овской, система iOS, даже Android, вот говорят, система открыта и в Китае и пользуются. Но я думаю, что у американцев и там есть возможности создать какие-то проблемы и окирпичить буквально всю западную технику в РФ. Тогда России, возможно, придется переходить на китайские системы с китайскими процессорами. Вон Xiaomi, по-моему, у них свои даже есть эти, то есть китайские компании получат расширение рынка, информационные компании. Сейчас как раз в Штатах и на Западе на них вводят санкции, а в России не могут. В принципе, Россия может купировать все эти угрозы. На Западе считают, что все, население России, вот если все американское выйдет оттуда и западное, то буквально все рухнет. Но я так полазил по чатам российским, и судя по всему, вот даже я так забрасывал такую информацию, что ну вот будет так. И российское население говорит наоборот, что в 90-х так жили,
И опять, если надо будет, потерпим. И в принципе, несколько лет, если Россия в таких лишениях поживет, то начнут какие-то свои аналоги производить, начнут что-то создавать в противовес этому. Поэтому я не думаю, что это так сильно испугает власть и военно-политическое руководство России, что они остановятся, откажутся от какого-то курса. И думаю, что вот эти планы по слому России западными элитами, они немножко наивны и закончатся негативно для всего мира. То есть действительно, если Запад будет все больше и больше эскалировать этот конфликт, это может действительно привести к тому, что часы судного дня забьют очень громко. Вот раньше все говорили, что если Россию отключат от свифта, то это будет просто катастрофа. Ну ничего, свою платежную систему МИР ввели и все. И своя аналоговая. Да, может она в чем-то уступает, да, может какие-то есть минусы, но прекрасно существует. То же самое и с социальными сетями произойдет. То же самое произойдет и во всех остальных сферах. То есть, по крайней мере, у российских айтишников появятся какие-то тендера, заказы от государства. И государство, администрация президента, и вся национальная буржуазия России наконец-то будет думать не только, как сидеть на газовой, нефтяной и какой-то другой трубе, а будут уже думать, как замещать вот эти все технологии, программное обеспечение, как производить свои процессоры, как производить какие-то свои технологии. Мы же президент Путин там поимеет их, вставит пистон, они сделают какой-то ятафон, что-то еще. Но по факту что? Чуть-чуть оттуда украли, чуть-чуть оттуда украли, что-то свое создали для того, чтобы на отчетике написать овчковтирательную писульку о том, что все свое делается и так далее. А теперь уже это будет все. Это уже и премьер-министр, и президент, и все надзорные органы, и силовики будут за этим следить. Если надо, вплоть до того, что в зону отправлять. То есть буквально коллективный Запад своими санкциями, своим давлением, он Россию ставит на путь промышленного производства. Если раньше национальная буржуазия и военно-политическое руководство было заинтересовано только в продаже ресурсов, газа, нефти там, и так далее, и о производстве никто и не думал, ну а зачем? Это сложно, это напряжно, делать эту индустриализацию, привлекать какие-то активы из-за рубежа, скупать мозги. Промышленный шпионаж ставить на поток, все это создавать, за всем этим следить. Все это так тяжело и напряжно, проще просто сидеть на газовой трубе, распределять это, припахать олигархические кланы, чтобы они заносили, и все, все как бы нормально, все сыты, все довольны. И вроде бы как-то и население не против. Ресурсов настолько много, страна настолько богатая, что в принципе в производстве каком-то не было и желания там его ставить на поток. Но вот это давление со стороны коллективного Запада, ну, вынуждает Россию во всем создавать свои аналоги и строить авторкичное, закрытое в некотором роде общество, которое начинает воспроизводиться. И когда двери этого западного мира откроются, они рано или поздно откроются, когда США поймет, что с Китаем ему не совладать, оно начнет наоборот стелиться, становиться на колени перед Россией, чтобы вместе с ней задавить Китай, ШОС и БРИКС, тогда Россия уже будет со своим серьезным производством, которое займет свои ниши, может быть, и на западных рынках. А если и не случится вот такого как бы союза между Россией и коллективным Западом, то, по крайней мере, себя обеспечивать и реализовывать его на других рынках, не на рынках стран золотого миллиарда, Россия тоже сможет. То есть коллективный Запад своими глупыми действиями вот делает этим Россию только сильнее. Чем быстрее из России выйдет все западное, тем быстрее Россия сможет все создать отечественно. Ну что-то, конечно, будет замещаться китайским. Сейчас часто импортозамещение выглядит как замена американских, европейских каких-то технологий, продуктов на китайские, индийские и так далее. Но на Китай же тоже Запад будет давить. И поэтому много где России буквально придется производить свое. То есть вплоть до того, чтобы воровать чужое и перепроизводить его самим. Надо ставить на поток и производство чипов, микросхем. Для этого должна работать разведка. В том же Тайване и везде по всему миру должны как бы подсматривать, что где, как, у кого. Работать производство, скупать интеллектуалов, ставить все это на поток. И все это, в принципе, уже делал тот же товарищ Сталин. Вот у меня здесь даже книжечки есть. «Кристалл роста» книжка, да? Ой, тут все сейчас попадает. Ну ладно. Вот «Кристалл роста» есть книжка. Возьмите, почитайте. Здесь детально описано, как все это делалось. И Россия, судя по всему, сейчас пойдет вот этим путем. И как мне сообщали много компетентных людей, она у Путина буквально на столе лежит, эта книга. Хотя российские элиты и национальная буржуазия не хотят особо идти этим путем. Хотят вернуть все как по старинке, но
Элита коллективного Запада, империалистические и финансово-олигархические, вынуждают их. Ну и книжка Валентина Катасонова «Адские санкции. Ответ России. Экономика Сталина». Вот в этих двух книгах, прочитайте, здесь все описано, как действовал Сталин и как сейчас, судя по всему, будет вынуждена действовать российская элита. Если она хочет оставаться у власти, если она не хочет пойти путем Каддафи, путем Николая II, они просто обязаны будут противопоставить что-то коллективному Западу. Но сейчас, друзья, давайте вернемся к фронтам Украины. Я свои сводки делаю с нейтральных позиций, просто анализирую все, показываю вам фактологический материал и жду вашего мнения в комментариях. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы по поводу всего этого думаете. А сейчас давайте еще более детально по карте разберемся в том, что прямо сейчас происходит на фронтах. Внимание на экран, друзья! На Херсонском направлении фронта российская артиллерия, кроме областного центра, также била по позициям украинской армии в Великенском, Ивановке, отрада Каменки, Бориславе, Новобереславе, Михайловке и Золотой Балке. ВСУ ответили также артиллерийским ударом по Новой Каховке. На Запорожском направлении фронта вооруженные силы России на земле атаковали Черовное. Артиллерия вела обстрелы Новоданиловки, Малой Токмачки, Староукраинки и Железнодорожного. На Угледарском участке фронта был день российского бога войны, то есть день артиллерии, которая наносила просто тотальные массированные удары по Большой Новоселке, Золотой Ниве, Причистовке, на Украинке и Богоявленке. С особой интенсивностью российская артиллерия обстреливались с позиции ВСУ и в самом Угледаре. На Донецком фронте при поддержке артиллерии российские войска вновь атаковали украинский гарнизон в западной части Марьинки. Под огнем оказалась соседняя Георгиевка и схожая ситуация в Красногоровке. Вооруженные силы России вели наступательные действия и на этот укрепрайон вооруженных сил Украины. Перед атакой по городу также била российская артиллерия. А чуть севернее российские войска на земле пытались продвинуться к Новобахмутовке. К юго-западу от Бахмута частная военная компания «Вагнер» вела штурмовые действия у Белой горы и в направлении Ивановского. Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по Курдюмовке и Клещеевке. Оркестранты Вагнера сейчас продолжают давление на украинский гарнизон на восточных окраинах самого Бахмута. А к северу они атаковали в районе Красной горы. Частная военная компания Вагнер пытается прорваться прямо сейчас к Раздоловке. Это уже к северу от самого Солидара. На Луганском направлении фронта российские войска уже в который раз пытались атаковать Белогоровку. Украинская армия очень крепко держит этот участок. Плотные встречные бои идут в лесном массиве к югу от Кременной. По городу бьет украинская артиллерия. Также под ударом ВСУ оказалась и соседняя Рубежная. Российская артиллерия обстреляла в свою очередь Ямполовку, Терны, Невское, Макеевку, Стельмаховку, Табаевку, Котляровку, Ивановку, Синьковку и Двуречное. А теперь, дорогие друзья, давайте еще более подробно посмотрим, что происходит на Запорожско-Донецком направлении фронта. Внимание на карты. На Донецко-Запорожском направлении фронта, конкретно на Ореховском участке, российские войска ведут сейчас огневую подготовку перед проведением штурма украинских позиций под Ореховым. По данным украинской группировки войск Запорожья, отдельные штурмовые отряды вооруженных сил России проводят вылазки на опорные пункты вооруженных сил Украины в Щербаках, Новоданиловке и Новопокровке. Кроме того, силы 2-го батальона 9-го полка спецназначения «Гепард», это при Национальной гвардии Украины, были приведены в полную боевую готовность в ожидании возобновления наступления на рубеж Каменское-Степовое. На Пологовском участке фронта на данный момент идут взаимные обстрелы. Существенных изменений в линии фронта нет. В районе Времьевского выступа вооруженные силы Украины укрепляют свои позиции на рубеже Времьевка-Большая Новоселка. Опорные пункты 108-й бригады территориальной обороны прибыли подкрепления. Вдоль участка активно действуют мобильные огневые группы с крупнокалиберными минометами на вооружении. На передовые рубежи в Ольговском и Новоселке поставлены минометные снаряды. На Угледарском участке фронта штурмовые группы российских морпехов сейчас ведут зачистку дачных районов на юго-востоке Угледара. По состоянию на 10.00 в районе некоторых домов продолжался стрелковый бой. В ночное время российские войска смогли прорвать оборону вооруженных сил Украины на окраине города и зашли на территорию насосной станции, сумев закрепиться в одном из кварталов на улице 13 десантников. Бои по-прежнему не утихают
в Угледаре. В Марьинке продолжается штурм западной окраины города. ВСУ перебросили туда резервы для удержания оборонительного рубежа и смогли отбить несколько атак российской армии. Однако число потерь в этой зоне растет. По некоторым данным, одно из подразделений 79-й ОДШБР отказалось от выполнения задач по причине огромных человеческих потерь. На Торецком участке в результате точного попадания по пункту дислокации 5-го штурмового полка в Торецке, а также Нью-Йорке, были ликвидированы и ранены около 48 военнослужащих украинской армии. Как мы с вами видим по итогу, российская армия сейчас продвигается в целом на Донбассе. И это отметил даже президент Зеленский, который сказал, что действительно есть продвижение российской армии на этом направлении. Украина же сейчас ждет тяжелой техники от стран коллективного Запада, а после этого планирует, согласно плану Залужного, совершить прорыв вглубь территории, взятой под контроль российской армией. И в этом будет, конечно же, максимально использовать все возможности и всю помощь стран коллективного Запада, в том числе спутниковую космическую разведку для выявления наиболее слабых мест в российской обороне. Чем это закончится, мы с вами в ближайшее время увидим. Сейчас нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал, а также нажимайте колокольчик и вкладочку «Все», чтобы все оповещения с моего канала к вам приходили. Потому что сейчас олигархия, коррупционеры внутри этой платформы и других интернет-площадок просто берут деньги у олигархии, берут деньги у тех или иных государств и просто выбивают ролики, в частности мои, из предложенных вам в строке «Главное» для неподписанных на канал пользователей. То есть новым подписчикам просто не может, вот новым людям, которые еще не видели мой канал, им просто не приходят очень часто уведомления. Под различными предлогами видео просто выбивают из вот этой строки «Главное», выбивают из рекомендаций на неподписанную на канал аудиторию. Делается это коррупционным путем. Как видим, в таких даже крупных площадках работают коррупционеры, которые ищут левые схемы. И за деньги те или иные видео просто выбивают из рекомендаций на внешнюю аудиторию. Получается так, что на многие видео, вот те видео, которые находят у меня меньше 600 тысяч, меньше там миллиона, меньше 900 тысяч, вот те, которые набирают по 200-300, как правило, они на 80-90%, вот по 300-200 тысяч некоторые ролики еще меньше набирают, то они по 90-99% состоят из людей, подписанных на мой канал. То есть их просмотрели 99% подписанных на канал. По той причине, что другим оно попросту не предлагалось. То есть выбиваются ролики из строки «Главное» и из рекомендаций. Строка «Главное» — это когда вы заходите на эту платформу и нажимаете, как бы, ну просто вот строка там, где вот предлагаются видео, когда вы только заходите на площадку. И из рекомендаций. Это когда вы посмотрели какое-то видео, и вам там предлагаются справа на компьютере это, а на телефоне оно бывает снизу, а бывает справа. И вот оно там просто тупо не появляется. Они придираются то к картинке, то к названию. Я уже пишу из одного слова, там называется «котел», там почти все ролики, или «важно». Это не потому, что там я как-то вас обманываю или что-то еще. Просто если запишешь сложнее название, они начинают к нему цепляться и придираться. Пишешь короткое, там уже как бы особо не к чему придраться. То есть лезут в алгоритмы, мутят воду. Все стараются как-то повлиять на это. Любой олигарх, у которого есть бабки, пытается заткнуть рот тем, кто его критикует. Государства, которые тоже часто управляются олигархией. Вот, к примеру, тот же Ермак в Украине. Он целый департамент создал, который жалуется. Целую кучу каналов повыбивали, поуничтожали. Я уже все делаю идеально. С точки зрения правил, они цепляются к каждой мелочи, иногда просто забрасывают жалобами. Иногда просто нагоняют свои ботафермы, которые сами пишут комментарии, потом на эти же комментарии жалуются. И в алгоритмы идет такая информация, якобы канал там что-то где-то нарушает. И ролики на время выбиваются из алгоритмов, там предложения на строку «Главное» или в рекомендации на внешнюю аудиторию. Пару дней, пока проверяют это, ролик уже теряет свою актуальность. Вот сводка, например, она на сегодняшний день. И пока ее будут 2-3-4 дня проверять, она теряет актуальность, и уже в этом ролике, в принципе, никакого смысла нет. И олигархи и государства буквально на поток ставят схему борьбы с правдорубами, с теми, кто рассказывает правду. Я свои сводки делаю с нейтральных позиций. Я показываю фактологический материал. Я не поддерживаю никаких агрессий, никаких империалистических войн.
Я все делаю идеально с точки зрения правил. Но они все равно ищут какие-то лазейки, ищут каких-то коррупционеров внутри самой платформы. Будем с этим всем бороться. Я думаю, все будет нормально. Но сейчас еще раз говорю, подписывайтесь обязательно на канал. Нажимайте колокольчик и вкладочку «Все», чтобы вам приходили оповещения. Даже несмотря на все действия этих коррупционеров, олигархов и прочих лжецов, которые пытаются скрыть от вас правду. До новых встреч, друзья!